Всем привет, друзья, с вами Максим Сидор Майнкрафт, с вами вы Майнкрафт. Пока, всем приятного просмотра. Итак, ребят, сегодня мы с вами идем в шахту, как обычно. Что ж, погнали. Ребят, если вы слышите посторонние звуки, не переживайте. Это просто мой сосед сверху делает ремонт. Поэтому иногда я буду ставить на паузу. В заднем плане, кстати, уже музыка играет. А пока я буду забывать ставить палец вверх. Подписываться на мой канал. Пишите какой-нибудь комментарий. На каждое буду стараться отвечать. Что ж, погнали. Идем, ребят, дальше. Не знаю, где нам нужно будет копаться. Не понял. Давайте тогда здесь будем копаться. Что уж тут поделать. Погнали. Обращайте внимание на звуки, я уже вам говорил. Да куда докопался? Ничего себе. Да лава докопался. Что-то мы как-то очень ровно появились. Подозрительненько все. Так, давайте-ка вот так вот перекроем. Если мы ее, конечно, таким образом перекроем. Мы также добудем железка. Ой. Ой. Очень странное место для лавы. Давайте дальше копаться тогда уж. Сейчас, ребят, знаете сколько? 21.08. На момент, когда я записан. Время, ребят, 21.08. А меня соседи шумят. Ну, это у всех встречается в основном. Не только ведь у меня такое. Это везде такое бывает. Вообще, ходят слухи. Есть такое правило, что можно шуметь до 22.00. А сейчас только 21.08. Поэтому пока что еще можно побелить, можно поремонтировать, вот. И можно пошуметь еще до 22. Где-то так. Не знаю, мы что-то с вами найдем или нет. Видео, ребят, будет совсем короткое, минут 7-8, не больше. Потому что, ребят, я сейчас заболел, приболел. Видео делать я постоянно не могу. И плюс у меня это упал, так сказать. Как объяснить-то? У меня пропало желание, ребят, делать видео. Не знаю почему. То ли я выгорел, хотя вроде у меня это видео последнее хорошо набирают. Ну, я что-то выгорел. Что-то не хочется так часто делать видео. Поэтому будем ограничиваться одним роликом в неделю или в две недели. Как пойдет? Господи. Где-то так, ребят. Комментировать, ребят, не особо нечего. Лазурит. Давайте лазурит добудем и закончим. О, отлично. Я люблю дырки оставлять. Погнали, ребят, домой.
Железка мы сами добыли. Блин, угля только, по-моему, добыли. Сейчас побольше. Потому что, ребят, нам нужно топливо, нам нужно уголь, еще для факелов. Поэтому я уголь всегда добывать стараюсь. Я имею в виду не всегда добываю, а стараюсь. Такое, ребят, небольшое видео у нас с вами получилось. Странно, блока нет. А где выход-то? Я выход потерял, что ли? Вот. Все нашел. Придется немножко, ребят, повоевать с монстрами. Быть предельно осторожным, потому что криперы бывают на всех углах. И скелеты. Они уже по мне открывают огонь. Если лагать у меня так не будет, тогда все будет замечательно. Какие рядом монстры? Я вообще не понимаю Майнкрафт. Какие монстры? Давайте выдержим так, на всякий случай. Какие монстры? А, крипер, понятно. Тихо! Ко мне уже крипер плывет. Хватит по мне стрелять. Уходи, уходи, уходи. Нет, 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 уходи. Уходи. А вот ты мне не взорвешься, крипер, на этот раз. Я не буду с тобой управлять ландшафт. Снова, ребят, забегаем домой, пробуем поспать. Я дверь не закрыла. Пауки эти! Наконец-то. Сейчас я видео удлиню. Собирался 5-6 минут сделать, 7-8. А сейчас 10, 12 будет. Давайте соберем и разделим уголь. Таким вот образом. Так, пауки все шумят. Лишнее, все сюда. Все сюда сбухиваем. Важное сюда. Кости, всякую фигню сюда. Ну и все. Вроде бы. Да давай, доедай эту курицу. Ну что ж, ребята, с вами был Макс, это был Макс, Максим, Майнкрафт, и мы играли с вами в Майнкрафт ПК. Всем пока!